جروحك ظلت ماوت يحسن من دماك مثل طيور النورس نزلت يمك هالأملاك بحر جروحك ظلت ماوت يحسن من دماك مثل طيور النورس نزلت يمك هالأملاك هذا يغطيك بجنحانه غاكي والنويان والشمس تسامح تمنت زادت من رضوان الشمس تسامح تمنت زادت من رضوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله уважаемые наши телезрители приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и приносим всем свои соболезнования в связи с гибелью внука посланника Аллаха имама Хусейна алейхиссалам. В связи с этим событием, с этим трауром мы начали цикл передач, которые продолжаем с нашим уважаемым гостем Шейх Гурбаном. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллах. Уважаемый Шейх Гурбан, все эти передачи, которые у нас были, мы общались на тему того, что каким образом нужно подчиниться имаму, кем он является, и что будет с человеком, который подчинится ему, что у него за жизнь такая будет. Хотелось бы продолжить эту тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей. Мы на предыдущих наших встречах говорили об условиях. Мы говорили о сопровождении имама и говорили об условиях этого сопровождения, о том, какие здесь имеются условия, то есть какие условия человек должен соблюдать во время своего сопровождения, на что он должен обратить внимание, какие тонкости здесь имеются, какие препятствия могут быть на этом пути, на пути к сопровождению имама. И в связи с этим мы говорили о том, что человек в первую очередь должен готовить себя к трудностям. Человек должен готовить себя к испытаниям, потому что, как говорится во множестве преданий, как говорится в аятах Священного Корана, эти люди подвергаются испытаниям. Люди, которые вознамерились сопроводить, люди, которые решили выступить в путь вместе с имамом, пройти этот духовный путь приближения ко Всевышнему вместе с имамом, эти люди, как говорится в преданиях, будут испытаны, они будут подвергнуты испытаниям. Но здесь необходимо понимать, что те трудности, о которых мы говорим, потому что в преданиях мы обнаруживаем, что мир имам Али, алейхиссалату вассалам, говорит «Инна амрана саабун мустасаб» – «Наше дело является тяжелым делом». «Ла яхмилуху илля абдун муминун имтахан Аллаху кальбаху лил ислам» – «Лил иман». То есть он говорит: наше дело является тяжелым, и никто не может переносить это дело. Никто не может перенести это дело, вынести это дело, кроме раба, кроме верующего раба, который был испытан, сердце которого было испытано. Когда имам Али, алейхиссалату вассалам, и от множества других, и от других наших имамов это подобное предание дошло, когда говорит «Инна амрана саабун мустасаб», или говорит «Инна хадиса али Мухаммад саабун мустасаб», говорит его светлость имам Бакир, алейхиссалату вассалам, то есть предания и речи
непорочного семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является делом тяжелым, что они здесь подразумевают? Дело, речь не идет о той тяжести, о тех трудностях, от которых верующий должен бежать. Потому что есть трудности, от которых верующий должен бежать. Это испытания и трудности, связанные с отдалением от Бога. То есть это духовные трудности. Здесь речь идет о другой категории трудностей. То есть такой человек, испытываемый, который вознамерился сопроводить имама, быть с ним, такой человек, который испытывается, который переносит эти трудности касаются материальных трудностей, эти трудности касаются трудностей этого мира, то есть это не трудности духовные, это не духовные трудности, наоборот, с точки зрения духовности он находит облегчение и успокоение. Он похож на человека, который оказался в самых тяжелейших материальных и жизненных условиях, но при этом ведет себя как человек и чувствует себя как человек, который находится в самых комфортных и лучших условиях. Он не испытывает никакого дискомфорта от этого, потому что он жаждет совершенно другого. Он не жаждет какого-либо поста, он не жаждет каких-либо материальных ценностей. Его, то, что его мучает, та жажда, которая его мучает, это жажда близости к Богу, это жажда любви к Богу, это жажда Божьей любви, это жажда близости к своему имаму. Он этим, это его мучает, это подобная жажда его мучает. А сопровождая своего имама и подвергаясь этим испытаниям, он получает это и поэтому спокоен. С этой точки зрения он совершенно спокоен. Он, ему абсолютно нету какой-либо разницы в том, любят его люди или не любят, уважают его люди или не уважают, считаются с его мнением или не считаются. Ему важно совершенно другое. Ему не важно, все это для него является совершенно третьестепенным или десятистепенным. На первом плане для него это довольство Бога, довольство Аллаха. Он к этому стремится. Поэтому, когда это необходимо понимать, это необходимо иметь в виду, когда мы обращаем внимание на предание, в котором говорится, что «Инна амрана саабун мустасаб», мы говорим о том, что мы следуем за этими имамами. И надо посмотреть, как они жили. Мы видим, что они переносили тяжелейшие трудности. И следуя за ними, сопровождая их, будучи с ними, человек должен быть готовым к этим трудностям. Но при этом они, эти имамы, являются приближенными Аллаха. И они довольны этим, и они жаждут этого, жаждут приближения Бога. Они этим живут, и именно это им нужно, им причиняет боль и беспокойство, отдаленность от Бога. И полностью удовлетворены, когда они приближены к Богу, когда Бог доволен ими. Поэтому эти трудности не те трудности. То есть нужно делать разницу между этими двумя трудностями. Грешник, человек, который грешит, человек, который далек от Бога, если он даже является самым богатейшим и самым влиятельнейшим из людей, и самым влиятельнейшим из творений на земном шаре, самым богатейшим из людей, из творений на земном шаре, он, этот грешник, он, несмотря на весь этот комфорт и на все это удобство, он живет в трудностях. Он полон трудностей. Но это совершенно, мы говорим сейчас не об этих трудностях, потому что этих трудностях верующий человек лишен.
он с этой точки зрения находится в безопасности. Душевные как трудности. Духовные, совершенно верно, духовные, душевные. Потому что Всевышний говорит: «Мен дахиля хисни амина мин адаби». Тот, кто войдет в мою крепость. И что это за крепость? «Калимату ля иляха илляллах», говорит имам Рида, алейхиссалату вассалам. То есть единобожие является моей крепостью. Кто войдет в эту крепость безопасности, будет в безопасности мин адаби, от моего наказания. Не сказано, в будущем будет подобное. Говорится сейчас. То есть это мучение, это эти трудности, которым Всевышний подвергает всех тех, кто не вошел в эту крепость, в крепость единобожия, условием которого является, как и говорит имам Рида, алейхиссалату вассалам, «Ана бишурутиха, ва ана мин шурутиха». То есть у этой крепости безопасности есть условия. Это следование за имамом, это сопровождение имама. И поэтому тот, кто избежал этой крепости, кто прошел мимо этой крепости, мимо единобожия и мимо следования за непорочными, за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, и его наместниками, тот находится, живет в огне. И огонь, как мы уже ранее говорили, у него изнутри распространяется. Это не тот земной огонь, который обычно охватывает снаружи человека. И в других аятах, допустим, мы видим, что Аллах говорит, что грешника даже земля становится тесной. Ему даже сжимается внутри, так скажем, душа его. Совершенно верно. Ну, огромное множество священных текстов, которые подчеркивают, обращая внимание на которые, мы обнаруживаем, что они не касаются только лишь будущей жизни, когда говорится об адском огне, когда говорится о наказании Бога. Этот огонь живет в человеке и сейчас, потому что, как говорит священный Коран, грешники будут, эти люди будут дровами ада. У ада не будет каких-то других дров, он не будет разжигаться чем-то, и не будут туда после этого вводиться люди, нет. Дровами и будут сами люди, и гореть они будут изнутри, а не снаружи. То есть огонь будет распространяться изнутри человека. И то же самое происходит в этом мире, хоть мы это глазами не наблюдаем, мы это не видим глазами, потому что в будущем мире это будет понятно, это будет видно. Но этот же огонь уже сейчас существует в человеке, внутри грешника, человека, который обошел стороной эту крепость безопасности, обошел стороной единобожия и непорочных. Он горит, он живет в трудностях, в невероятнейших трудностях, несмотря на все свои, на все свое влияние и на все свое богатство. Он живет в невероятнейших трудностях. Поэтому посмотрите на сегодняшний день, это ведь показатель. Это показатель. Сегодня влиятельнейшие, богатейшие города мира, которые по статистике являются самыми дорогими. Ну, та же самая, например, Америка, Соединенные Штаты, очень хороший пример. Соединенные Штаты, по разным данным, большую часть, значительную часть мировой экономики контролируют именно Соединенные Штаты. То есть большая часть средств, мировых средств, мировой экономики сосредоточена именно в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты – это одна из лидирующих стран. Это лидирующая страна по иммиграции миллионеров. То есть, смотрите, если в России, если или в какой-то другой стране появляется человек, который обрел миллионы, заработал миллионы, то одним из тех мест, куда он переселится, это будет Соединенные Штаты. То есть это не только свои собственные граждане, это еще и люди, которые со всех уголков мира решают почему-то поехать именно жить там. То есть средства, экономические средства сосредоточены, большая часть, огромнейшая часть, значительнейшая часть сосредоточена именно в
Соединенных Штатах. То есть можно поставить на одну чашу весов Соединенные Штаты и на другую чашу весов весь остальной мир. То есть настолько богата, настолько богата экономика этой страны. То есть для примера, я вот, чтобы было понятно, есть университеты, высшие учебные заведения в Соединенных Штатах, бюджет которых, внимание, это учебные заведения, вузы, бюджет которых превышают в несколько раз бюджеты целых областей в России, например. То есть есть целая область, не говорю, какое-то учебное заведение в этой области, нет, именно целая область, бюджет этой области намного меньше, чем бюджет высшего учебного заведения, простого, не самого элитного, а самого такого обычного среднего учебного заведения в Соединенных Штатах. Это все показатели богатства и достатка в этой стране. Но при этом давайте посмотрим на болезни, на удовлетворенность человека своей жизнью. Тоже посмотрим и проведем опросы и какую-то статистику составим. Совершенно не сомневаюсь, что Америка займет лидирующие места по недовольству. То есть недовольство не материальной стороной, а именно самой жизни в целом. И поэтому всякие семинары, всякие вот эти вот... Зачем богатым, обеспеченным, имеющим все людям, зачем им люди, которым они могут высказаться? Зачем им люди? Откуда эта нужда появляется? Откуда у них появляется нужда? То есть это тоже распространенная профессия, одна из распространеннейших. Психолога, да? Психологи, а их работа которых просто слушать, например. Просто слушать своего пациента. Это все говорит о болезнях. Суицид. Потом появление вот этих вот убийц, которые просто в какое-то заведение зайдут и начинают расстреливать людей невинных совершенно беспричинно. Откуда все это возникает? Это все источником всего этого является тот самый внутренний огонь человека. И поэтому это разные, необходимо понимать, это разные трудности. Трудности последователя непорочных являются из категории материальных, мирских, но с точки зрения духовности он совершенно спокоен. Он живет в раю с этой точки зрения, потому что сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, говорит в том хадисе, который мы ранее зачитывали, «Ваяскуна льдинана льлати гарасахар рахман». И тот, кто хочет поселиться в райских садах, которые посадил Всевышний, пусть следует за этими людьми, пусть следует за непорочным, пусть будет с ними. Это говорит о том, что подобный человек живет в райских садах, даже в этой жизни. Уважаемый шейх Курбан, если вы не против, мы прервемся на небольшую паузу. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим данную тему. ودعتك الله يا جسد حامي الضعيف ساقوا مطايانا العدا قوى مشينا ودعتك الله يا جسد حامي الضعيف ساقوا مطايانا العدا قوى مشينا ودعتك الله
Уважаемые наши телезрители, мы прерываем небольшую паузу, до которой обсуждали очень важную тему, касаемо жизни верующего и неверующего человека. Уважаемый Шейх Гурбан, вы сказали, что жизнь верующего человека, она изнутри пропитана удовольствием, изнутри она пропитана удовлетворенностью, что невозможно сказать о жизни неверующего человека. Совершенно верно. То есть подобный человек, который прибегнул к... нашел убежище в этой крепости безопасности Всевышнего, в единобожии, исследовании за халифами и сопровождении халифов Аллаха и наместников Аллаха на земле, этот человек находит удовольствие, которое абсолютно не схоже, абсолютно не похоже и абсолютно никак не сравнимо с тем удовольствием, которое может получить человек неверующий, который может получить человек через еду и другие наслаждения, которые имеются на земле, которыми человек обычно наслаждается, обычный человек наслаждается. Поэтому, когда мы говорим о трудностях на этом пути, мы говорим о трудностях совершенно другой категории. И поэтому здесь мы обнаруживаем еще препятствия на пути сопровождения, препятствия обнаруживаем на пути сопровождения имама. То есть если условием является готовность претерпевать трудности, претерпевать испытания, переносить гнет и несправедливость не с той точки зрения, что он будет молча выносить это. Нет, он должен быть готовым, что он столкнется с этим, столкнется с несправедливостью, с гнетом, с агрессией, как это мы обнаруживаем у имамов, у непорочных, начиная от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и заканчивая последними из наместников Аллаха на земле. Все они, абсолютнейшее большинство из них, не только имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, был подвергнуть такой несправедливости. Не только имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, его сподвижников и его семейство истребили на поле Кербилы, на поле битвы Кербилы. Но и все остальные имамы, мы обнаруживаем, столкнулись с этим, начиная от его светлости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, который также пал мучеником. То есть это условие, готовность к этим трудностям. Но при этом и отсюда же истекает и препятствие. И отсюда мы обнаруживаем препятствие, которое может встать перед человеком. И что это за препятствие? Этим препятствием является распространеннейшая и важнейшая проблема в жизни такого человека, который вознамерился быть имамом, это привязанность к мирскому. И поэтому человек должен избавиться, избавить свою душу и самого себя от привязанности к этому мирскому. Как говорит его светлость имам Али, алейхиссалату вассалам, в одной из своих речей, которая дошла до нас в Нахджул Балагха, его светлость говорит «Аз-зухду бейна калиматейн», то есть аскетизм описан двумя словами в священном Коране. И к этому аскетизму должен стремиться верующий. И если он не достигнет этого аскетизма, он в любой момент может столкнуться с искушением, которое сведет его с пути, и перестанет он уже сопровождать, быть вместе со своим имамом. Перестанет быть из числа тех, кто кунами ас-садигин, которые сопровождают, которые вместе с правдивыми. И что это за зухд, что это за аскетизм? Имам Али, алейхиссалату вассалам, говорит «Аз-зухд бейна калиматейн». То есть он написан двумя предложениями. И что это за предложение? И указывает на аят священного Корана, его светлость имама Али, алейхиссалату вассалам, говорит «Ла та асау аля
لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. То есть это с одной стороны, это с одной стороны аскет, аскетичный человек, это тот, кто не расстраивается, не переживает, не расстраивается, когда что-либо теряет, когда теряет что-либо из этого мира. Неважно, что уважение, любовь, поддержку, теряет работу, теряет пост, теряет имущество, теряет доходы свои и так далее, и так далее, и так далее. То есть этот человек в подобной ситуации «Ла та'асау аля ма фатакум». То есть это человек, который не испытывает дискомфорта, он спокоен совершенно, когда что-либо теряет. «Ва тафраху бима атакум». И не радуются тому, что ему даровано. Не радуются тому, что ему даровано Всевышним в этом мире, из той же категории, из категории работы, имущества, уважения, положения в обществе и так далее, власти. То есть мирское не меняет его состояние. Абсолютно. Эмоционально. Не оказывает на него ни положительного влияния, ни негативного влияния. Имам Али, алейхиссалату вассалам, говорит, это есть зухд, это есть аскетизм. И поэтому мы, люди, которые вознамерились сопровождать своего имама, они должны быть готовы к этому. Они должны смотреть и оглянуться на свою душу и посмотреть, радуются ли они, когда им, например, подарят телефон, радуются ли они этому событию, радуются ли они тому, что нашли какую-то работу или так далее, и тому подобное, или огорчаются ли они, когда все это теряют. Таковы ли они? Меняются ли они в этих ситуациях, в этих обстоятельствах или нет? Или они одинаково и они чувствуют одно и то же в разных ситуациях, когда приобретают, когда даруется им что-либо из мирского и когда они теряют что-либо из мирского? В 90%, я думаю, случаях наоборот радуются или огорчаются в наше время, к сожалению. Это естественно. Это большинство людей именно таковыми и являются. Это аскетизм является одной из высочайших духовных состояний человека. Надо долго себя, наверное, воспитывать это состояние, чтобы человек не радовался, не огорчался. Совершенно это не просто вера в человеке, это ступень веры, которая доступна не каждому человеку. Это величайшее состояние, это величайшее, возвышеннейшее состояние человеческой души, когда он настолько приближен, настолько близок к своему Создателю, к своему Богу, что он этим живет. Он живет с наместником Бога, он живет Всевышним, и все это для него «Вама хадихи л-хаяту д-дунья илля лахван ва лаиб». Все это для него игра и потеха. Он смотрит на людей, которые радуются мирскому, не говоря уже о том, чтобы ради этого мирского отдавать свое довольство, жертвовать ради этого мирского довольства Бога. Имам Али, алейхиссалату вассалам, в одном из преданий очень хорошо описывает эти категории людей. Обратите внимание, в Усуль-Кафи имеется предание от в котором его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, говорит, обращаясь к одному из своих сподвижников, говорит: «Ва'лам анна наса саласатун». Он говорит: «Знай, люди делятся на три категории. Есть три категории людей: захидун ва сабирун ва рагибун. Есть аскет, есть человек терпеливый, а есть человек стремящийся, есть человек привязанный». Три группы людей. И имам Али, алейхиссалату вассалам, в этом предании разъясняет, что это за люди, что из себя представляет аскет, что из себя представляет
терпеливый, и что из себя представляет рагиб, тот, кто привязан к мирскому. Фаамма захиду, говорит его светлость, факат хараджат аль-ахзану валь-афрах мин кальбихи. Это человек, который, в сердце которого нет радости и огорчения. Естественно, совершенно очевидно, что здесь имеется в виду радость и огорчение мирские. فَلَا يَفْرَحُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا يَأْسَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَ فَاتَهُ. Он не радуется ничему, что приобрел из этого мирского, и не огорчается ничему, что было потеряно им из мирского. Он не радуется, его состояние не меняется, его душевное, его радости и огорчения не охватывают от того, что он что-то из этого приобрел или что-то из этого потерял. Это есть аскет. Но при этом наряду с этим есть и другие люди. Фатаху фахуа мустарих. То есть он теряет что-либо мирское, но при этом совершенно спокоен. Он спокоен. Он удовлетворен. Он умиротворен. Но что касается терпеливого, вамма сабиру фаиннаху ятаманнаха бикальбихи. Это тоже терпеливый тоже является возвышенным состоянием души верующего. Это человек, который ятаманнаха бикальбихи, который сердцем стремится к мирскому. У него есть желание обрести это мирское. Это тоже, это многие из нас даже саберами не являются, то есть терпеливыми даже не являются. Он еще не избавился от этой детской привязанности. Он еще, все еще хочет играться с шариками и с разными конструкторами. Он хочет карандашами рисовать на чистой бумаге. Он как ребенок, который все еще привязан к этому. Отбери у него эту игрушку, отбери у него шарик этот, он начнет плакать. То есть он привязан к этому, он расстроится. Это не захид, это не аскет. Он расстраивается и радуется. Он еще не вырос. Для него он еще не понимает значение аята «Вама хадихиль хаяту дунья илля лахвун валайб». Это жизнь всего лишь развлечение и игра. Он этот смысл еще не понял. Он еще является маленьким ребенком и поэтому привязан к мирскому. Но «Фаида наля минха альджама нафсаху анха лисуи акибатиха». Но когда, несмотря на этот верующий, несмотря на свою привязанность к мирскому, когда видит, что взятка, он привязан к этим деньгам, он хочет эти деньги, будучи полицейским или занимающим какой-то пост, он видит, что эта взятка, которую ему предлагают, отдалит его от Бога и введет его в гиену, введет его в ад. Что он делает? Аль-джама нафсаху. Он воздерживает себя от этого. То есть это тоже состояние, это тоже положение верующего, это тоже достойно похвалы, к этому тоже необходимо стремиться, из этого нужно вырастать, но все-таки это тоже состояние, когда человек, несмотря на свою привязанность, все-таки аль-джама нафсаху лису и агибатиха, когда видит, что فَإِذَا نَالَ مِنْهَا أَلْجَمَ نَفْسَهُ لِسُوءِ عَقِبَتِهِ. Когда эти деньги приходят к нему, и если он видит, что эти деньги могут навредить ему, с той точки зрения, что они являются запрещенными, харамными, и деньгами, которые отдаляют его от Бога, он أَلْجَمَ نَفْسَهُ воздерживает себя от этого. Он сдерживает себя, держит себя под контролем. Но это состояние, это состояние риска. Почему? Потому что он привязан. Он в любой момент, этот ильджам, этот контроль в любой момент может потерять. Это состояние риска. Но это воздерживание себя в сегодняшнем, в особенности мире, в сегодняшнем нашем обществе, к величайшему сожалению, также является достоинством, причем величайшим достоинством. Слишком мало людей, верующих людей, которые являются саберами, терпеливыми, несмотря на свою привязанность к мирскому, могут удержаться
от запретов. А кто такой рагиб? Говорит имам Али алейхиссалату. Ва амма рагибу фала юбали мин айна джаатху ад-дунья. А рагиб, привязанный к этому, стремящийся к этому мирскому миру, это тот, кто вообще не задумывается о том, откуда это мирское приходит к нему. فَلَا يُبَالِ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْهُ الدُّنْيَا مِنْ حِلَّهَا أَوْ مِنْ حَرَامِهَا. Является ли это мирское дозволенным или запрещенным? وَلَا يُبَالِ مَا دَنَّسَ فِيهَا إِرْذَهُ وَأَحْلَكَ نَفْسَهُ وَأَدْهَبَ مَرُوَتَهُ. То есть он уничтожает себя, он погряз в этом мирском, он настолько погряз в этом, что уничтожает самого себя, он ввергает себя в пучину. А когда говорит про сабира, имам Али алейхиссалату вассалам, он удивительные вещи говорит: «Лавитталата аля кальбихи аджибта мин иффатихи ва тавадуихи ва хазмихи». Когда ты узнаешь его сердце, сердце сабира, который привязан к мирскому, но все-таки может воздержаться от этого, удержать тебя. Когда ты узнаешь его сердце, ты удивишься, насколько это скромный человек, насколько это волевой человек, сильный человек, волевой человек. То есть это тоже достоинство. Имам Али алейхиссалату вассалам восхваляет даже этого человека, который, несмотря на свою привязанность, который умеет воздержаться, восхваляет этого человека. Уважаемый шейх Гурбан, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Иншаллах, мы на следующей передаче продолжим с вами. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассаламу ва рахматуллах ва баракатух. Уважаемые наши телезрители, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Иншаллах, эта информация была для вас полезной. Мы увидимся с вами на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. للطيور النورس نزلت يمك هالأملاك.